Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 11 июня – самый значимый день. Обязательно попросите Вселенную в этот день, и она исполнит все, что вы задумаете. День, проходящий под управлением шестых лунных суток, благоприятная энергетика которых дарит успех во всех начинаниях. Это время радости, позитивных эмоций, буйства вдохновения, пробуждения способностей к магии, ясновидению. Интуиция обостряется даже у абсолютных материалистов, а люди, чувствительные к тонким материям, сегодня способны достичь любых высот. Находясь в знаке Льва, Луна пробуждает в нас эмоции, подталкивает к поступкам, не поддающимся логике, но в то же время пробуждает вдохновение и помогает ощутить уверенность в себе. Удача будет сопутствовать тем, кто твердо знает, чего хочет, и готов взять на себя ответственность за свою жизнь. Следуйте подсказкам внутреннего голоса и не опасайтесь трудностей, которые могут возникнуть на вашем пути. Не стоит ожидать, что задуманное само придет в вашу жизнь. Боритесь за свою мечту и смело идите к поставленным целям, сохраняя позитивный настрой и хорошее настроение в любой ситуации. Энергетика этого дня абсолютно лишена агрессии, поэтому не упускайте шанс обрести гармонию с окружающим миром, наладить взаимоотношения с окружающими, восстановить старые связи и завести новые. Кроме того, это хорошее время для завершения ранее начатых дел, реализации задач и планов, составленных ранее. Однако действовать сегодня следует максимально спокойно, не допуская суеты и спешки. Спокойствие и четкое понимание своих целей помогут вам проявить себя в любой сфере деятельности. Мягкость и пассивность, свойственные шестым лунным суткам, способствуют погружению в себя, самоанализу, отрешению от окружающего мира. Это отличное время для духовных практик, поиска ответов на важные для вас вопросы. Однако игнорировать привычную деятельность не стоит. Спокойно занимайтесь привычными делами, но не позволяйте эмоциям управлять вашим поведением. Луна советует. Это идеальная пора, чтобы завершить старые проекты, на которые у вас не хватало времени и сил ранее, а также взяться за воплощение в жизнь новых проектов. Сегодня вам без особого труда удастся воплотить в жизнь имеющиеся планы, добиться того, о чем долгое время приходилось только мечтать. Наибольшей удачи будет ждать представителей научных и творческих профессий. Но вы можете добиться великолепных результатов и в других сферах деятельности. Взаимодействие с партнерами сложится как нельзя лучше. Поэтому найдите время, чтобы обзавестись полезными связями, привлечь новых инвесторов. Также это отличный день для старта нового бизнеса или реорганизации старого. Также это хорошее время для деловых поездок. Они будут особенно удачными и продуктивными. Финансовые операции, совершенные шестые луны сутки, принесут вам хорошую прибыль, однако траты должны быть продуманными и взвешенными. Особенно важно внимательно относиться к крупным расходам и серьезным сделкам. Не доверяйте непроверенным людям и компаниям и избегайте сомнительных и рискованных проектов. В этот день ваше здоровье и привлекательность во многом будут зависеть от настроения, поэтому не допускайте подавленности, грусти. Кроме того, помимо оптимистичного настроя, усилить очарование помогут лосьоны и маски. Обязательно позаботьтесь о своих глазах. Сделайте компресс на основе зеленого чая или приготовьте для этой цели теплый отвар из ромашки и мяты. Позитивная энергетика шестых лунных суток идеально подходит для налаживания личной жизни. Если же вы пока не встретили вторую половинку, не упускайте свой шанс это исправить. Проводите больше времени вне дома, сходите в кино или театр, или просто прогуляйтесь по городу. Помните, судьбоносная встреча может произойти где угодно. Проводить весь текущий день праздно не рекомендуется, однако отдых после продуктивного труда пойдет вам только на пользу. Однако не увлекайтесь ничего не деланием. Сегодня Вселенная благоволит тем, кто выбирает активную жизненную позицию. Подойдите к процессу осознанно, совмещая приятное с полезным, и тогда любое занятие подарит вам силы и энергию. Текущие сутки проходят под управлением позитивных энергий, поэтому не рекомендуется проводить кладбищенские ритуалы, а также прибегать к черной магии. Светлые практики, наоборот, будут особенно сильными и результативными. Это отличное время для проведения обрядов, повышающих очарование, а также способствующих обретению материального благополучия, чтобы ваши дела наладились. Если, несмотря на все прилагаемые усилия, вы никак не можете достичь стабильного дохода, а расходы только растут с каждым днем, воспользуйтесь эффективным ритуалом, который привлечет к вам достаток и изобилие. Проводить его можно в любое время суток, поэтому выберите момент, когда вас никто не потревожит. Расставьте по комнате и зажгите минимум 7 свечей.
Их количество можно увеличить, этим вы только усилите эффект от своих действий. Затем встаньте в центр комнаты, сосредоточьтесь на своем желании привлечь в свою жизнь дополнительные доходы. Затем четко и уверенно произнесите сумму денег, которая вам необходима для безбедной жизни. После 7 раз скажите такие слова. «Я кручусь и верчусь, денег заработать стремлюсь. Ангел мой хранитель, на помощь приди, денежные потоки ко мне пошли». Говорим 7 раз. Все. Далее свечки оставляем, они должны полностью прогореть до конца. И этот ритуал работает медленно, не так быстро, но зато его результаты сохраняются надолго. Чтобы не иссякала красота, наполните стеклянную емкость чистой простой водой, поставьте ее перед собой. Рядом поставьте круглое настольное зеркало и сядьте так, чтобы видеть и сосуд, и свое отражение. Далее трижды скажите: «Моя женская краса, ты мне очарование побольше дай, ко мне восхищенные взгляды привлекай, красоты девичьей мне прибавляй. Отныне никакая колдовская сила меня не возьмет, долю женскую от меня не заберет, счастье мое никому не уйдет. Буду я век прекрасна и хороша, и тело привлекательно, и душа, быть посему». Сказать нужно 3 раза. Когда закончили говорить, то просто этой водой нужно умыться. Все, если вода осталась, можно вылить. А еще в этот день вы можете попросить Вселенную, чтобы она исполнила ваше желание. Процесс просить Вселенной об исполнении желаний – это не просто магический ритуал, но и глубокая психологическая практика, подразумевающая четкое понимание своих желаний и готовность принять то, что может принести вам жизнь. Этот метод работает на принципе притяжения вибраций, где ваши мысли материализуются через вашу силу и веру. Итак, определяем свое желание. Прежде всего, важно точно и ясно сформулировать, что вы хотите. Желание должно быть конкретным, измеримым и реалистичным. Далее напишите желание на бумаге. Это поможет вам уточнить и конкретизировать ваш запрос. Представляйте себе, что ваше желание уже исполнилось. Почувствуйте эмоции, которые вы испытываете, когда достигнете желаемого. Визуализация помогает настроить вашу энергетическую вибрацию на волну получения. Отпустите сомнения. Верьте в том, что Вселенная услышит ваш запрос и исполнит его в наилучшем виде. Сомнения и негативные мысли могут стать препятствием на пути к желаемому. Действие. Помимо ментального запроса желаний, необходимы активные действия с вашей стороны. Обязательно делайте шаги, направленные на достижение цели. Будьте открыты к новым возможностям и изменениям. Благодарность. Выражайте благодарность за то, что у вас уже есть, и за то, что Вселенная дарит вам каждый день. Энергия благодарности только усиливает позитивные вибрации и притягивает в вашу жизнь больше хорошего. Но для того, чтобы усилить свой запрос ко Вселенной, можно использовать следующую практику. Когда вы записали свое желание на бумаге, далее обязательно его сжигаем. И пока горит листок, говорим такие слова. «Вселенная Великая, силы небесные, услышьте мой зов. Я, здесь нужно проговорить свое имя, прошу вас, несу в сердце свою мечту. Ясно вижу свое желание». Далее нужно сказать свое желание, как оно исполняется. С верой и открытым сердцем свое пространство заполняю. Путь открыт, возможности бескрайни. Моя мечта к реальности стремится, несомненно, приближается. Я отпускаю сомнения, все страхи и верю безоговорочно. Благословите мой путь, помогите достичь желаемого. Говорим 1 раз, этого достаточно. Далее, если остался пепел, пускаем по ветру. Все, и в скором времени вы увидите изменения в своей жизни, как постепенно исполняются ваши желания. Ну а по народным приметам в этот день мы отмечаем Феодосию Гречушницу. Близнецы, родившиеся в этот день, обладают огромным энергетическим потенциалом. Именно эта сила помогает им двигаться вперед. Из-за ярко выраженного духа соперничества они готовы до конца бороться за свое место под солнцем. Этим личностям не свойственна пассивность, а их противникам никогда не стоит надеяться на то, что они сойдут с дистанции, ведь их воля к победе не даст им сделать шаг назад. Талисман рожденных в этот день – бирюза.
Название «гречушница» было дано этому дню из-за традиции сеять гречиху. Но занимались посевами только в первые пани дня, потому что этот день не предполагал тяжелых работ и в целом считался не очень удачным. Согласно древней примете, детям в этот день не разрешалось прыгать и бегать по земле, чтобы не потревожить землю. Считали, что при сильных колебаниях земля не выдержит и не даст урожая. А это, в свою очередь, привело бы к настоящей беде и массовому голоду среди славян. Поскольку в лесах уже появлялись первые грибы, то родители отправляли за ними своих детей и давали им с собой охапку цветных ленточек. Дети завязывали ленты на ветвях по пути своего следования, чтобы лесные темные силы не запутали их и не завели в лесную гущу. Славяне считали, что Феодосия – это удачное время для проведения ритуалов на богатство и благополучие. Так, например, ритуал на богатую жизнь. С первыми лучами солнца брали тарелку, клали туда 3 монеты и заливали водой, после чего говорили: «Феодосия, ты всему покровительствуешь и мне помоги. Монеты приумножь, да в руки богатство принеси. Да будет так». Говорили 3 раза. Все, далее ставили тарелку на окно и оставляли так на день. Вечером воду можно либо полить цветы, либо вылить в землю, а монеты спокойно потратить. Сны в этот день пророчат скорые события в жизни. Особенно большое значение имеют эти сновидения для именинников этого дня. И по традиции, как обычно, один раз перед сном повторяем такие слова. «Все негативные эмоции меня покидают, и я чувствую себя уверенно и спокойно». Вот говорим один раз, и вы посмотрите, как вы комфортно себя будете чувствовать.